Світло на цьому телеканалі з вами Тетяна Малимко. Доброго дня! І давайте привітаємо нашого гостя сьогодні. Світлицький Владислав. Завітав до нас нейрохірург медичного дому Одрекс і тема, що приховує мозок, пухлини та хірургічне лікування. Доброго дня! Доволі серйозна тема, доволі серйозні питання. Але почнемо: які складові головні в нашого мозку? Чи важливий розмір вага, чи колір його, і яким чином взагалі він працює? Ну, такое есть грубое разделение мозга на три части. Это полушария мозга большие, которые мы себе можем представить, два маленьких полушария мозжечка, и самые старые его отделы — это ствол мозга. Что значит самые старые? То есть это те отделы, которые нам достались еще от наших предков, еще а. до обезьян, то есть то, что сформировалось в самом-самом начале, и то, что отвечает за самые важные функции, такие как дыхание, сердцебиение, контроль давления и всего такого. А именно то, что делает нас такими особенными на фоне тех же наших ближайших предков обезьян, это именно полушария мозга, которые у нас, безусловно, более развиты и дают нам возможность знаете, в этом мире животным немножко преобладать над всеми другими. Так, и правда говорит взагалі, что я там лива Пивкуля, она отвечает за математичные какие там, да, да? Чине? Да, в это мозге, правда? да, много таких есть вопросов, но... Мозг, вроде бы, с одной стороны, мы знаем, как он работает, но с другой стороны, до конца он еще далеко-далеко не изучен. Но есть какое-то представление о том, что зоны коры отвечают за свои определенные функции. И такие, как, например, движение, мы понимаем четко, где находится эта зона, за что она отвечает. А в плане математических функций мы знаем, что весь анализ психологический, который вот человек осуществляет, он находится в лобных долях. И можно предположить, что более грубая и точная работа мозга она находится с одной стороны, а более такая творческая и фантазерская, можно так сказать, с другой. И да, считается, что если у левши или, ну, скажем, у правши будет какое-то поражение левой лобной доли, то действительно у него психика нарушится и он будет вести себя не совсем адекватно. А размер важливый, музыку. Я открыла для себя, что где-то 5-хвилин тому, что взагали он еще разноколоровый. <laughs> он просто состоит из двух веществ, серого и белого. Это да. mm -hmm. у всех одинаковый. Да, да. это, а это спокойно. Сам размер мозга не имеет абсолютно никакого значения, а имеет значение именно количество нейронов в нем. И даже проводилось исследование, и смогли с помощью специального метода посчитать, что... У чоловіка намного більше количество этих нейронов, і именно это обеспечивает ему такие це безпечують такі способності в розмірі. Різні частини мозику вони відповідають за щось певне. Так, ми говорили трішки да, про да, півкулі, да, що там да, математичне чи да, до гуманітарних да, якихось наук тяжі. але там ще багато всього. Да, От да. розкажіть про ці центри, і за що вони відповідають? Ну, основні центри, так це, наприклад, пліпост при центральний звільнення вони відповідають за движення і за чувствительність. Тобто, ми чітко знаємо, що в цій зоні знаходяться. вот если мы представим себе полушарие мозга, то это перевернутый человек, и начинаем мы, наоборот, с ноги, и вот так вот идем вниз, постепенно приходя к лицу, и мы знаем четко, что вот в этих вот, ну, приблизительно, не прямо это до миллиметра, что находятся центры, которые отвечают за движение, к примеру, тут ноги, тут мы поднимаемся выше, тут мы дошли до руки, и здесь остается еще на лицо. И на лицо, на самом деле, приходится очень большое количество коры, потому что мы часто пользуемся мимикой, и в этом хорошо задействует наша кора. Ой, да, это да. точно. А Новоутворения, которые возникают в мозгу, какие они бывают, из каких клеток они утворяются, и что приводит к этому? Ну, две основные группы это доброкачественные и злокачественные. Но в мозге есть такая особенность, особенно в хирургии, что мы привыкли, что доброкачественная это хорошая опухоль, ее легко удалить, и все будет замечательно и прекрасно. А в нейрохирургии, в хирургии головного мозга часто бывает совсем наоборот. И в основном так и происходит, потому что в плане хирургии злокачественные опухоли они безусловно имеют не такой хороший прогноз, чаще всего он очень неблагоприятный. Но в плане самой хирургии в того, чтобы их удалить, они не очень сложные. А доброкачественные, которые вроде бы мы можем полностью удалить, мы можем их отделить от окружающих тканей и забыть вообще про них после удаления. Они могут обрастать жизненно важные нервы, сосуды, структуры мозга и они могут располагаться не просто где-то на поверхности, а в глубине под корой, между сосудами нужно на них дойти, и цель не только их найти, но еще и не повредить все вокруг. Поэтому чаще всего бывает такое, что именно доброкачественная опухоль, но она не подлежит полному удалению. Угу. Тобто частково і треба слідкувати все одно, да, да, да. нужна слідіть? Ну, та час случай, случайно такое теж буває. А які симптоми бувають на що треба звертати увагу? От розповім з власного життя, так з життя свого знайомого, лікували довго шлунок, а виявилося, що то пухлина в мозоку? Тобто, ну до та була от якісь угу. такі речі, які на які не звернули увагу, і взагалі до голови не мали ніякого відношення. Як взагалі зрозуміти, що треба звертатися не до? Гастроэмпиролога, так как mm -hmm. у mm -hmm. выпадку тем было, а на Есть две группы симптомов. Первое это так называемые общемозговые симптомы. То есть к ним относятся головная боль, тошнота, рвота, головокружение, общая слабость. Да, они ну, часто присутствуют при поражении головного мозга, но они не являются специфическими, и они могут возникать так же, как и на фоне нестабильного давления, к примеру. То есть это должно нас насторожить, но это не стоит после таких симптомов сразу же бежать и делать себе мрт головного мозга. Но если мы обследовали все, что мы предполагаем, могло бы привести к этим симптомам, и ничего не нашли, конечно же нужно сделать мрт. А из таких симптомов, которые однозначно приводят нас к тому, что без мрт мы диагноз не поставим, это называется очаговая симптоматика. То есть это когда вот мы с вами говорили про функциональные зоны коры, там продвижение, которое отвечает, они есть еще, отвечают за зрение в затылке, за слух, за речь. То есть когда возникают симптомы, и мы четко понимаем, что есть какое-то место в мозгу, которое страдает. То есть, к примеру, у человека плохо, плохо двигается рука, человек перестал понимать речь, человек перестал нормально разговаривать, или у него пропала половина зрения, к примеру. Вот он не видит ровно половину, все у него здесь черное. Мы понимаем, что это... Причина, скоріше всього, в голові, і потрібно її обслідувати і шукати. То може бути якась пухлина, яка тисне да, так, на... Так, яка на цю зону, яка за це відповідає. На ділянку, так. А чи правда, що е, э, можуть викликати галюцинації взагалі, призводити до анорексії? Mm От такі симптоми є? Ну, напрямую я б не сказав, що є такі симптоми, але но... если мы представим, что происходит сдавление вот тех лобных долей, про которые мы вначале говорили, то может нарушаться психика, поведение. И иногда бывает такое, что человек, да, он себе придумал, что вот он не ест или ему что-то кажется, но сказать, что это четко симптомы каких-то проблем именно вот очаговых в голове, такого Ще іноді людина не може розпізнати сама, так? Наприклад, да. що щось не так, і чи варто тоді, можливо, родичам звертати да, увагу, да, так да. і знібачають внимання, що нарушилась психіка, да. може пам'ять ухудшилась. А человек, у котрого плохає пам'ять, він не особо к собі він цього і не замічає. А от э, нарушилась психіка, ви говорите, так? Тобто, це якась депресія, схильність чи якась недоречна. Отакі вони становиться. <зан занадто веселі. Да, дуже так, дуже веселі. Ну, так, <зан> Ну, так, добре. Як вчасно виявити процес, і якщо люди мають схильність спадкову, чи взагалі тут є спадковість, і що треба робити, на що звертати увагу? Чи варто проходити обстеження, скажімо, один раз на рік, чи ага. частіше? Ну, от такого, як ми всі слышали, що є генетична пересположеність в плані рака молочної железо, що є чіткий от, этот ген, який розповідає возникновленню опухолі при патологии головного мозга такого доказанного нет. То есть мы можем сказать, что если в семье были, к примеру, какие-то глиальные опухоли злокачественные, или у кого-то там у двоих были те же самые менингиомы, то мы можем предположить, что риск выше немного, чем у других людей, но нет такого, чтобы мы четко ждали, что у него вот она вырастет. А, а чи можна взагалі, ну таке побутове угу. питание, уж угу. перепрошую, чи можна вилікувати без хірургічного втручання? ліки, скажімо, чи все ж таки отут хірургічне втручання і що які показники взагалі до того. Mm -hmm. Ну, якщо це саме опухоль головного мозку, яка, ну, найчастіша опухоль, до да які у нас із гліальних кліток, багато мабуть, наслышали, як гліобластома це самый діагноз, який, мм, на жаль, повністю не вдалось нікому вилічити. І з доброякісних це менінгеоми, то есть такі плотні опухолі, які ростуть за оболочки і давлять на структури мозга. их мы вылечить без операции точно не можем никак. Единственное, что мы можем сделать без операции, это ее облучить, если мы понимаем, что она в труднодоступной зоне и риск хирургии слишком высокий для ее удаления. Либо бывает такое, что они сами замирают. То есть она выросла, особых симптомов еще не успела вызвать и при этом перестала расти. Бывает тоже такое, как бы, и поэтому иногда люди обходятся без хирургии. А если мы говорим именно про препараты, на ум приходит только вот одна, это когда у нас растет аденома гипофиза, мы слышали про такой диагноз, и там есть одна из ее видов, это пролактинома, то есть гормональные клетки, которые вырабатывают пролактин. И вот именно эта опухоль, даже если она бывает больших размеров, и мы назначаем специальные гормональные препараты, они ее уменьшают на фоне препарата. И можно обойтись вообще без облучения, без хирургии, добиться хороших результатов. А какие есть показатели все-таки до хирургического втручания? Главное показание к хирургическому лечению – это наличие вот этого вот очагового дефицита или общемозгового. То есть если эта опухоль вызывает симптомы, которые никак не уходят на фоне лечения симптоматического, а чаще всего они не уходят или уходят на время, то это является главным показанием к тому, чтобы ее удалять. Угу, так, а чи безпечно оперувати взагалі, і до якого рівня удосконалилася нейрохірургія? Я так стежу теж за тим, що відбувається, і в ваших сторіс, і Одрекс, так, які а, нові надбання, я бачу, ага. що там просто щось космічне. Ну, на даний момент, якби как бы, можна навіть з гордістю сказати, що навіть вот у нас в нашій країні, в частності, от в клініці Одрекс, нейрохірургія дійшла того уровня, коли Я смело предлагаю людям операцию, и я ну, практически уверен в положительном исходе и в том, что после операции на следующий день пациент уже будет ходить в палате на, своей. Наступного педаганде. дня, да, ведь, да, да. да? То есть вот э, в клинике мы оперируем с моим учителем Андреем Анатольевичем, облывая, чем он приезжает, помогает. И вот все операции, которые у нас были, на следующий день пациенты ходили довольные в палате. Один даже э, через пять часов после операции уже лежит говорит, я хочу завтра домой пойти. Мы говорим, ну это будет уже неприлично, давайте немножко полежить. Да, то есть на данный момент хирургия достигла очень высокого уровня. И вопрос только в том, насколько запущенный пациент. То есть это очень важно, потому что если пациент пришел только с тем, что у него, к примеру, плохо работает рука, потому что именно эта зона поражена в мозге, то мы понимаем, что мы заберем, рукава становится, все будет хорошо. А если он пришел, когда у него уже огромная опухоль, и она уже три месяца ему сдавливает весь мозг на другую сторону, и он уже... Там два місяці особо не просипається, тогда понятно, що как би, не буде таких градушних результатів. Знаєте, хочеться ще поточнити щодо травмувань. Чи може після травми взагалі виникнути пухлина? Також ну, вважається, що різк такої є. І чи треба, якщо струс мозку, наприклад, був uh -huh. так чи щось відбулося, слідкувати за цим, звертатися до лікаря? це німного увілічує різк, теж так. немає uh -huh. таких чітких цифр, которые б говорили, о том, что що вот люди з черепно-мозговою травмою. У них точно там у 5% вырастает опухоль, но такого нет. И что касается рецидива, вот этого боятся все майже да. так, після хирургического втручання, аби не появилось снова. Что треба робити, взагалі звертати увагу, mm -hmm. чи варто чекати? Да. Если мы говорим про злокачественні опухоль, то в этом как бы их вся их злокачественность. Потому что как бы мы ни старались, если это третья-четвертая степень злокачественности, рецидив случится 100%. Как бы радикально ее не mm -hmm. удаляли, вроде бы во время операции смотрим, что края все уже чистые, все хорошо, но не бывает такого во всем мире, чтобы злокачественная опухоль головного мозга, ну, в частности глиобластома, чтобы она не выросла снова. Думаю, она она да, и страшнейшая да, да. А если мы говорим про доброкачественную, если мы уверены в тотальном удалении, то что мы увидели четко все края опухоли, ее зону роста, мы знаем, что мы все удалили и ушли абсолютно без всяких вопросов, то как бы она не вырастает. Ну, певно, что все одно, а какое слюкование призначивается по этим так, то есть мы сейчас говорим о том, что люди на уже наступившего дня можем под эту подтверждать. Да, если говорим про доброкачественный опухоль, которую mm -hmm. мы удалили, и мы понимаем, мы ждем безусловно гистологии, потому что, конечно же, мы на глаз и по снимкам можем определить довольно точно какая-то опухоль, но не имея четкого гистологического заключения, мы не имеем права об этом говорить. То есть мы После операции даем терапию просто человек, чтобы восстановился после всего этого. Никак как бы, на саму опухоль это все не влияет. На остатки, ее, либо она полностью удалена. И мы ждем гистологии. Если мы понимаем, что это доброкачественная опухоль, первая степень, мы знаем, что мы ее полностью удалили, никакого лечения дальше не требуется. То есть все, что нам нужно сделать, это убедиться через три месяца МРТ сделать, что там ничего, нет никакого продолженного роста. Потом через полгода, через год и забывать про эту проблему человек ничего принимать не нужно. Розкажіть трішечки про себе взагалі. Так мені здається, що це якась така надзвичайна робота. Хочеться сказати ювелірна, але ювеліри поряд не стоять так, тут, тому що тут справа життя взагалі людського. Як ви вирішили стати нейрохірургом, трішечки розкажіть. І розкажіть про свій досвід. Чи були якісь такі випадки, коли здивувалися просто? От Розуміли, що щось тут диво якесь відбувається? Це смішна історія, як я рішила стати, Це приїхали. Мне меня лет 14 знакомый, одноклассница моей мамы с мужем, а он нейрохирург. Он работает за границей. Там, Козлов Василий Леонидович, может, если он посмотрит. Можно про да. да, даты, да, да. да. Как бы он рассказывал, он больше хирургии позвоночника занимается, он там рассказывал, как он там лечил переломы у маленькой девочки. Я сидел с такими глазами, все это слушал, я так загорелся, что вот реально после этой встречи как-то мне так все вдохновило. Поэтому я, наверное, был единственный, кто на первом курсе пришел и сказал, что я точно буду нейрохирургом, вариантов нет. А чи были выпадки за ваш шлях взагалі, какие ну Если мы говорим именно про хирургию и вот так. в основном про опухоли, то таких прям бывает, знаете, самое больше всего удивляет, когда ты ждешь чего-то плохого, или во время операции, или после, когда понимаешь, что. Ну, опухоль настолько все разрушила, что в любом случае будут какие-то последствия. А приятно удивляешься, когда пациент просыпается, у него все хорошо. То есть, вот такие, наверное, на небелячі случаи. це скоріше таке э, приємне здивування, да, так да, да. для лікаря це найвища нагорода, так. Отже, я дякую вам за те, що ви завітали до нас, і дякую вам за вашу роботу. Хочу нагадати, в гостях у нас світлицький Владислав, нейрохірург медичного дому Отрікс. Поговорили ми про наш мозок, про те, що він приховує, про хірургічне лікування. І взагалі навіть я вже зрозуміла, що там за що відповідає. <смірко> так цікаво. Отже, дякую вам. Спасибо. Це було світло на цьому телеканалі. З вами була Тетяна Малинко. Я Передаю слово своїм коллегам і бажаю вам усього найкращого. Зустрічайтесь, ніг і посміхайтесь.